Галина, здравствуйте, берите микрофон. Мы вас поздравляем, потому что у вас вот есть замечательная первая книга «Теория большого срыва», которая своего рода стала просто бестселлером. И вот появилась не менее замечательная вторая книга «Ежедневник. Сила маленьких шагов». Ура, ура! И мы... Да-да-да, правильно. Что... Спасибо. Послушные читатели и зрители. Давайте о ней несколько слов. Чем она отличается от предыдущей? Потому что она, я так понимаю, совсем другие сферы жизни затрагивает. Это даже не совсем книга, это психологический ежедневник. А это значит, что его можно брать в руки. И, знаете, не так, как мы в детстве над книгами, вот не дай бог заломить страничку, не дай бог что-то написать на полях. Вот здесь это делать даже рекомендуется. Поэтому работайте, пожалуйста, с ежедневником, живите с ежедневником. Верю, что вам это будет очень полезно. Это большая ошибка, что мы где-то что-то слышали, что привычка вырабатывается за 21 день. Это мы все, сами того не знаем, цитируем результаты одного интересного и достаточно глубокого исследования, но в этом исследовании сказано «от 21 дня». А привычки бывают разные. Например, пищевые привычки, они очень рано начинают формироваться, буквально на первом году жизни. И представьте, мы всю жизнь живем с этими привычками за 21 день, они не меняются. За 21 день можно какую-то привычку попроще поменять. А вот для таких глубинных вещей, а психологический ежедневник, он про глубинные вещи, 21 дня мало. Но 3 месяца – это уже вот такой срок, которого большинству людей хватает на изменение глубинных привычек. Поэтому ежедневник – это 3 месяца работы такой вот ежедневной, ну а также в начале несколько дней на то, чтобы вникнуть в процесс. И после 3 месяцев работы с ежедневником подвести итоги. Все вместе 100 дней. Угу. Насколько я знаю, тут есть упражнения письменные, да? И вообще у вас есть такая любовь к тому, чтобы ваши ученики, да, и вот я знаю выпускницы, писали от руки, я уже боюсь неправильные какие-то термины употребить, там, прорабатывали свои, так скажем, вопросы. Почему так важно писать, вот именно письменно отвечать на вопросы? Ну, мы знаем, что у нас есть левое полушарие и правое полушарие. И левое полушарие, оно логическое. И оно связано, вот буквально центр речи, центр мелкой моторики, вот они там. И когда мы пишем, то есть задействуем руку, мы, кто вот это замечал, кстати, поднимите сейчас руку, мы начинаем лучше осознавать. О, все осознанные. И вот когда вы что-то пишете, вам приходят в голову новые мысли. Вы можете посмотреть на проблему, о которой вы пишете с другого ракурса. Вы можете даже найти решение этой проблемы. И однозначно в этот момент повышается ваша осознанность. Поэтому масса техник есть для коррекции пищевого поведения, связанные с написанием, потому что пищевая осознанность растет. Ну, а психологический ежедневник, он вам предложит осознавать разные сферы своей жизни, работать с разными задачами жизненными. И здесь осознанность тоже, мягко говоря, не повредит. Угу. Тут все-таки у нас публика уже осознанная и вознающая. Вот если мы, допустим, приобретем ежедневник, а кому-то его подарим. Вот человеку, допустим, который вообще ноль в психологии и вот только-только делает первые шаги к осознаванию себя, своих привычек, он справится? Или это уже для таких продвинутых пользователей? Я расскажу забавную историю. Мне буквально пару дней назад рассказала одна наша участница нашей команды проекта. Она говорит: вы знаете, моему 7-летнему сыну так понравился ваш ежедневник. Он прямо со мной делает задания. Ему так понравилось задание. Кто, кстати, уже здесь приобрел и начал заниматься с ежедневником? Кое-кто есть, да? Ну, вот есть там такое задание про понедельники. Ему так это понравилось. И он вместе со мной начал отвечать на умный вопрос про смысл жизни. Ого. В 7 лет. Так что я делаю этот ежедневник как раз не для тех, кто уже за счет более глубоких практик в моем проекте работает с подсознанием, а просто для каждого человека, который может зайти в магазин и приобрести его. Ну, то есть с нулевым, так скажем, да, багажом, да, очень даже подойдет. Тут у меня тоже много вопросов, но я так пролистала. Я так понимаю, тут еще вы учите ставить цели, да? Или нет? Какой в основном уклон, просто интересно? Потому что вы говорите, там даже если есть вопросы про смысл жизни, тут вообще получается, там, какой охват?
Чему учит в первую очередь книга? Давайте начнем с такого тезиса про, собственно, силу маленьких шагов. Вы сейчас сказали про то, что я учу ставить цели, и у меня сразу внутри что-то сжалось. Нет, я спрашиваю. Я понимаю, да, да. У кого еще внутри что-то сжалось при слове «ставить цели»? Есть кое-кто, да? Потому что когда мы говорим в терминах достижения целей, вот ставить цели, достигать, вот я честно против. Я считаю, что это не женский подход. Возьмем на простом примере. Если вы вдруг решили похудеть к Новому году, а до Нового года осталось X дней, и вот мы начинаем устанавливать рекорды. Встать утром, пробежать 10 километров, упасть, отжаться и больше не подняться. Надолго ли нас хватает? Мы очень быстро выгораем. Согласны со мной? Почему? Пометка на полях. Волевой ресурс, который живет в лобных долях мозга. Он очень энергозатратный. Он просит очень много энергии, которую мы привыкли получать из еды. Поэтому, когда мы садимся на диету или начинаем бегать, опять же, с целью похудеть, очень есть хочется. Замечали, да? Потому что вот эти вот лобные доли, они требуют очень много энергии. Мозг при своем небольшом весе относительно массы тела потребляет 20% энергии, которая поступает в организм с пищей. Я не забыла вопрос про то, что я учу достигать целей. Я учу, если вообще можно сказать учу, я предлагаю делать маленькие шаги в направлении к желаемому. И это вообще не про достигаторство. Это про то, как с удовольствием, шаг за шагом, повышая свою осознанность, получать результаты, ну, как бы без видимых усилий. Точно так же, как в моей программе «Прививка от лишнего веса» нет никаких диет, никаких физических упражнений, но вес уходит, как бы сам собой. Вот так и здесь. Я за то, чтобы цели достигались без стиснутых зубов, от этого зубы крошатся, от этого морщины на лице и настроение портится. We'll be right back.